Модель Ленауди. Внимание. Ногой прямо. Ого, помчались. Там еще зеленое. Мам, там еще зеленое плавает. На правой трубе помеха, будьте внимательны. Что там? Какая там? Столкнулись две лодочки. Где? Мы уже поехали дальше. Вот эти, да? Нет, зелененькая и еще одна. Красненькая. Прошу минуту. Внимание, зрители, вы присутствуете на финальной гонке «Эксперт», «Мини-эксперт» взрослые. Лидирует модель под номером 1 «Громов» «Мини», город Днепропетров. Уже 12 кругов. Тройка лидеров. Громов Евгений, Погрей Александр, Гордеев Кирилл. Все модели идут в одном круге. Очень плотные результаты. Всего 8 моделей у нас на воде. Три лидера идут в одном круге. Громов, Погрей, Гордеев. Имеет по 13, уже 14 кругов. Второй номер отстает от первого. Номера модели соответствуют занятым местам квалификации. И поэтому распределение лидеров. Первый, второй, третий. Громов, Погрей, Гордеев, Кирилл. Лидеры идут в одном круге. Лучшее время круга. Евгений Громов. 7,984. Покажу вам спортсменов во втором кругу. Места в гонке распределяются только следующим образом. Громов, первая позиция, вторая позиция Погрей, третья Гордеев, четвертая Бабенко, Утесов, пятая, Скуркин, шестая. На шестую позицию уже принесся Солянин, Скуркин на седьмую, Новик, восьмая позиция. Уже вымернула, это яркая такая яркая лодочка, нырнула под ним. Тройка лидеров безусловно, в одном круге едут Громов, Погрей, Гордеев, Кирилл. Внимание, зрители, вы присутствуете на международных соревнованиях по матчам 2013. Идет заезд финальный в классе моделей «Эксперт Мини». Лидирует по-прежнему Громов Евгений, город Днепропетров. Погрей Александр. Вторая позиция, Гордеев, третья. Модели номер 1, 2, 3. В такой последовательности идут три лидера. Все три лидера в одном круге. Отставание 4,3 секунды второго места от первого. Первое, второе, третье модели лидируют. Три модели. Отставание от лидера сократилось до 3,5 секунд.
Саша Людеров, еду в одном круге. Громов Евгений, Погрей, Александр, Гордеев, Кирилл. Отставание второй модели номер 2 от первой 3 секунды и 1 десятая. Отставание сокращается уже 2 1 десятая секунда. Мы будем сейчас присутствовать, станем свидетелями борьбы за первое место в гонке. Утешин поднялся на четвертую позицию, модель номер 7. Лидеры по-прежнему, модели номер 1, 2, 3, Громов, Погрей, Гордеев. Модель по номеру 7, четвертая позиция. Отставание второго номера от первого чуть больше 5 секунд. Модели принимаются на финиш. Третий финиш, четвертый финиш.